Здесь как бы здорово всем, ребята, с вами Хилл Хёртс, это как бы постфактум, ну и как вы могли догадаться, это вторая часть первого видоса, я объяснял, почему данный видос поделен на две части, надеюсь на ваше понимание, вот, ну давайте без лишних вступлений мы как бы продолжаем. Так, давайте, там надо обязательно эссенцию забрать. Можно прям так попробовать? А было бы круто. Рано или поздно я мог бы попасть в голову, но, видимо, не попал. Давай, добивалите. Странно, вообще не так должно работать было. Но, тем не менее, вышло даже лучше, чем... Он через дырки в стенах пробивает? Вы серьезно? Вышло даже лучше, чем я мог предположить. Давайте будем честны. Вот когда такая анимация добивания идет, тогда да, тогда что-то можно сделать. Блин, я не вовремя позвал напарника. Точнее, не напарника, а противника. Да, у нас тут еще не все дела были закончены. Верхняя стойка, сюда иди. Пытаюсь успевать стойки менять, но, как вы видите, получается не очень. Так, получается мне сейчас наверх как-то попасть. А здесь короткая дорога, а я в нее не нашел, как попасть. Ладно, разберемся. Так, выходи на бой честный. Не очень честный, но какой есть. Просто зажали. Типичный Влад. Здесь я, наверное, ничего не нашел, потому что я пробегал. Знаешь что, у меня для тебя проблема, потому что нужно носить шлем, дружище. И надо мне попадать, желательно. То как-то не очень получается. Давайте будем честны. Их прям лута падает. Он даже ему стамину почти сбил. Вы посмотрите, что творит. Делает вид, что он не самый бесполезный. Ладно. Здесь где-то можно упасть, я правильно понимаю? Потому что у нас же был вход в какую-то дверь. Здесь я даже открыть успел. Офигеть, как я это сделать мог? Сюда что ли упасть? Наверное, да. Ну типа, другого входа выхода я не вижу, если честно. Сюда тоже можно упасть. Нужно ли? Ну раз можно, давайте попробуем потом и сюда упасть. Мистер Куотик, иди так, кысь. Блохастенький мой, пойдем со мной. До конца не понял, что ты даешь, но не знаю. Ты выглядишь красивым. А я люблю няшных животных. Так, хорошо, вот мы на крыше. Здесь как минимум кодам есть, которого мы не видели. Для стойку поменять. Ага, здесь вот эта бабулька ходит. Почему-то я не могу. Да, да, все честно, игра. Я здесь вообще что ли не был никогда? Так, давайте смотреть. А, я мог... Подождите, нет, я с другой стороны. Прикольно, тут я не был, хорошо. Всякие камни, какая-то фигня. Бабуль, давай только без быкования. Просто ее добили. Иначе жива была. Вы знаете, даже если очень припотеть, можно нафармить немножко. Но совсем немножко. Так, здесь у нас получается тупик. И здесь как-то, наверное, можно будет в здание зайти снаружи. Снутри нет? Ага, то есть, видимо, нет. Ладно. Это мы еще разберемся. Так, разбойничьи топорики. Возможно, они будут лучше наших. Не та кнопка. 75. Затратыки из нижней нет. Не, сомнительно. У меня получше, мне кажется. Тут несколько монет сюда. И теперь давайте попробуем как-то вот в то здание попасть, ну в то ответвление. Я не уверен, что у меня получится вообще когда-нибудь. Но кто я такой, чтобы не попробовать? Здесь новый дядька появился. Просто до 10 числа демка, надо успеть ее пройти. Постараться максимально. Будет неловко, если я не успею в итоге, но я буду правда стараться, ребят. Кто-то быкануть успел, ну и хрен с ним. Давайте будем честны. Как минимум к себе. То есть получается опять идем сюда. Здесь, наверное, падать нет смысла. Давайте пробуем отсюда упасть. Возможно, где-то здесь будет вход. Стоп, где-то же была дырка. Подождите. Ладно, не дырка, отверстие вот здесь. Хорошо. Вот, я надеюсь, что где-то здесь должен быть еще и вход. Ну, видимо, нет. Ну, как говорится, либо я дурак, либо лыжи не едут. Походу, лыжи не едут, ребят. Еще раз попробую. Ну, хотя...
Ну, там я не вижу входа, так что с этой стороны я тоже не буду ходить. Все, тогда идем далее. Хорошо. Нам в любом случае наверх, потому что сверху эти дяди с базуками стреляют. А надо бы их вывести из игры. По факту мы уже почти локацию прошли, на секундочку. Как бы я знаю, что здесь делать, что, чего здесь ожидать, и все еще довольно тяжело локация дается. Если честно, то это какая-то грязь, друзья мои. Хотелось бы мне немножко отметить. Мастер стелса здесь. Ой, вот это... Блин, ребят, нифига себе у вас гэнг-бэнг. Хотел я влететь, а вы меня взяли и это опередили очень сильно. Не-не-не-не-не, вы чего, молодые люди? Вашу ж за ногу. Братан, не ходи туда, там яд. Там яд, парализация, там нехорошо. Добиваем, давай хотя бы одного. Ну вот хотя бы этого, нет? Какие-то эффекты происходят, я без понятия, что здесь делается. Ну, вроде как-то так. Кто-то еще быканул. Ё-моё, что это за атака? Это бабка была, ёлки. Братан, вставай. Сделал все, что мог. Конечно, потанковал. 3 минутки и все такое. Все, говорит, здесь мои полномочия, все. Нормально так мы влетели. Не. Оу, щит. Я надеюсь, я могу вернуться? Да, могу. Открываем срезку. Просто потому что можем и потому что нужно. А, вон, походу, снизу эссенция горит, которую я взял. Могу, конечно, ошибаться, но надеюсь, что нет. Давайте здесь ништяк забираем. Нам все еще наверх идти. Просто потому что там надо базутчиков убрать, чтобы они нам не мешали. Блин, насколько же объемные локации, это просто офигеть. Давайте проверим, здесь я все обошел, вроде бы все. Блин, теперь там еще один другой дядька будет мешаться. Ладно, разберемся с этим. Можно было бы уйти сюда, но мы пойдем вниз. Просто потому, что мы так уже запланировали. Так, давайте по-мужски сейчас сюда. Бафаемся. Средняя стоечка. И мистер Пипяка. Подошел сюда. У меня для тебя плохие новости, я пришел тебя победить. Ой, по-моему, победят только меня, братан. Как же горит у меня от этих... Блин, как бы ты ни был прокачан, если у тебя кривые руки, тебя любой противник будет просто драть во все щели. Просто слов нет. Блин, бесит. Не могу. Я не знаю, что я злюсь, как бы по факту сам лоханулся полностью. Ну как же это бесит. Так, дружище, раньше намного эффективнее стамина улетала у вас, так что давай дохни. Все понимаю, но этого я не понимаю. Раньше, помнится, по 3 этих чашки падало, сейчас не падает, ладно? Вот в наше время. Сюда иди. Подошел сюда, говорю. Он зашел реально, ё-моё. Аквамен, твою мать. Давай, дерись, иди. Я просто постою, посмотрю. Давай, братан, давай, давай. Мы нормально влетаем. А как увернуться от этого? Есть инфа? А этим не хотелось бы профукать дофига душ. Кое-как, ребята, кое-как. Было непросто. Давайте будем честны. Даже ничего дельного не дали. Вот почему так, игра? Почему? Стоп, души-то снизу. Блин, этот негодник согрелся. Так, тут несколько ништяков. Это вроде Аквамен был с нами. Так, братик. Я понимаю, ты там быкуешь, все дела. Так, сейчас мы будем делать добивалити. Потом хилялити. И стараться не умиралити. Гляньте, он кого-то убить сумел. Ты только посмотри, что творится. Знаете, я бы такой, чтобы пойти эссенцию вернуть, потому что, скорее всего, мы сдохнем. Зная мое умение играть. Ты уже очень опасный дядька. Зря ты начал бафаться, дружище. Мы тебя зажмем в углу. Сделаем, как ты любишь. Хорошо. Кстати, хорошие ботинки вроде как выпали. Но я сначала прокачаю все параметры на 7, как и хотел. А после этого буду уже искать экипировку, которая у меня имеется. Так. Эссенция души усопшего. Можно посмотреть, что это дает? Мне не покажет? Я ее не могу активировать?
Я не знаю почему, ну ладно. Так, я хотел теперь стойкость и силу еще. А, мне как раз все хватит, окей. Ну тогда попозже все равно. Сейчас я еще не готов смотреть. Потом до какого-нибудь алтаря дойдем. И буду изучать, что можно, куда можно, зачем можно. И что эффективнее использовать. Странно, что мне новых живых оружий не дают пока что. Знаете, на чесноку... Как это? По чесноку, на чистоту я бы не отказался от новых духов. Успел запарировать, отлично. Сейчас, по-моему, какая-то хрень вылезет, огромнейшая, мать ее. С которой я даже не представляю, как драться. Давайте просто закидаем ее, нет? Поможем хотя бы нашему напарнику. Бэм! Бэм, огромные шрапнельные бомбы. Все, что мы так любим. Влетаем с трех ног, с двух ног, с восьми, с четырех. Кидай, братан, бей. Атакуй. Все, что ли? Фу, это разве босс? Ну, понятное дело, это не босс, это мини-босс. Так, его эссенция сюда. Всосали. Ну, в смысле, поглотили эссенцию. Что вроде мы победили кое-как. Слушайте, вот это я влетел на него прям с трех ног. На, сюда иди. Так, а зачем эти дырки делаются? Рано или поздно в какую-то можно упасть? Я очень сомневаюсь. Где-то я видел красный этот меч, вот здесь вроде бы. Так. Дядя, я буду первый. Нет, ты будешь первый, ну ладно. Слушайте, этот аквамен какой-то так и бьет, который просто высасывает всю стамину. Не знаю, как это у него работает, но у него работает. Так, здесь вроде ничего. Так, ну мы дошли до еще одной точки сохранения. Если я не ошибовываюсь. Подождите, по-моему, там можно будет слить воду. Давайте проверим это. Нет, воду можно будет слить с той стороны, окей. К этому мы еще вернемся, я думаю. Нам сюда? Он уже здесь отдыхает. Ты смотри, какой быстрый. Как успел, а? Немножко стесняюсь, но ты же не хочешь уходить, правильно? Здесь мистер Киса. Ну и в общем так, по-моему, как это остается здесь. Счастья тебе, здоровья, дружище. Спасибо, что кинул нас. Угу. Я вспомнил это место. Хатиска Короку этого мужика звали. Но я буду звать его Аквамен. Кто бы что ни говорил. Так, а надо вспомнить, как тут активируется короткая дорога. Мне бы не помешало, давайте будем честны. Знаете, когда он был со мной, я чувствовал себя увереннее. А теперь, когда я остался один, мне совсем неловко. Я думаю, мы справимся. Возможно, в него надо играть вторым номером, возможно, в этом секрет победы. Топориком дали. Е-е-е. Потом можно будет прокачаться. Так, уважаемая тетя. По-моему, я ее выбил прям так очень хорошо. Во, ее даже добить можно было. Но я думаю, куда эффективнее просто вот так было сделать. Так, сюда. Ой-ой-ой, это очень опасный дядька. Давайте пробуем реально вторым номером от защиты. То есть вот так. Мы его пробили. Делаем добивалку. И сейчас будем повторять второй раз. Знаете, довольно эффективно. Когда ты понимаешь, что и как делать в этой игре. Здесь, по-моему, один огромный опасный черт будет жить. Кто-то кидается, кто кидается? Ты уверен, что ты хочешь этого? Вон то кидается. Малой, давай ты не будешь делать глупостей. Блин, я этого согрел нечаянно. Ну это обычная макака. Давайте пробуем форму Йокай, возможно. Я, конечно, сомневаюсь, что у меня получится, но почему нет? Просто его так будем бить потихоньку. Бам, бам, бам. That fucking damage, look at this. Мы добьем, в общем-то, я думаю. Вы знаете, получилось. Я сам в это не верил, но это получилось. Так, фигня развеялась. А я не знаю, они становятся слабее после этого или нет. Было бы честно, если бы да, но, видимо, нет. Ладно.
В любом случае, что-то наконец начинает получаться. Еще одна эссенция. Могу две эссенции взять. Да, могу две эссенции взять. Офигенно. То есть, опять же, берем блок. Ждем. Начинаем делать свою атаку. Сбиваем концентрацию. Этот хитрец. Серьезная игра. Не знаю, ну ладно. В любом случае, неплохо вышло. Кое-как. Так, почему-то за этого дядьку даже чаша котёка не дали. За что я его немножко осуждаю? Простите меня, конечно. Но, я думаю, немножко посуждать можно. Так, здесь было бы неплохо еще наверх сгонять. Блин, насколько огромная локация, это просто слов нет. Как-то так, ребята, как-то так. Что это за фиолетовая чача была сейчас? Вы знаете, я нет. Да, минус лицо. Неплохо, неплохо. Этот сундук я вроде открывал, почему он остался закрытым, мне не ясно. Так же, возможно, как и вам. Хотя, возможно, вам все ясно, это я тут туплю. Так, 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 здесь вроде все, хорошо. Сливаем. Там, по-моему, еще дорога была к сохранению, если я все правильно помню. А, вот она сейчас появляется. Отлично. Я даже думаю, мы посидим в любом случае. Сейчас завалим всех умибодзой. Угу. Энки, ну этот был, только это 6 уровня. А, то есть мы будем леволапать еще эти штуки? Прикольно. Полезная информация. Так, что это за место? Я забыл. О, нет. И это эти маленькие существа позорные, которых я терпеть не могу. Успел вернуться? Красавчик. Простите, сам себя не похвалишь, никто себя не похвалит. Правильно, еще один, да? Нет, нормально все. Короче, надо будет сегодня выспаться, еще постримить неоху. И тогда-то все будет нормуль. Сейчас еще здесь все обойдем, давайте. Чтобы наверняка. Ваншотую почти. Хорошо, хорошо. Такой расклад мне нравится, давайте будем честны. Так, а здесь что-то как-то не очень выглядит. Наверное, опять обезьяна, да? Оу, щит, это паук. Паук, это опасно. Я попытался сделать восполнение ки, но нифига не вышло. А, добить можно. Влад тупанул, Влад тупанул, ну бывает. Владу можно, он у нас хлебушек. Куда он кидает? Просто добили. Новая эссенция, кстати. Угу. Надо будет еще потом эссенцию выбрать хорошую. Блин, если бы 3 сундука было бы супер круто. Но как бы просто круто. Так, топорики варвара, на секундочку, еще одни. Они даже близко не стоят с моими, да? 95, хотя на секундочку заряд порчи и боевых искусств в нижней стойке мне не нужна. Мне нужна либо средняя, либо верхняя стойка. Хотя, возможно, раз игра намекает, что нужно ходить в нижней стойке, возможно, так и нужно ходить. Я пока склонен не верить игре. А, вот как можно подняться, елки-палки. Я думал где-то сверху прыгать. Японские ножницы. Нафиг они нужны? Без понятия. Ну, очень интересно. Не успел ваншотнуть его. А теперь успею. Подождите, можно заряжать? А, я кидать могу из верхней стойки тоже. Как минимум, неплохо выглядит. Угу. И мы пришли с другой стороны. Ну, ой-ой-ой, какой сексуальный меч. Заряд чистоты. Чё из этого возьмешь, красотка? Выбирай. Угу. Не стала она хорошую штуку брать. Взяла синюю. Ну, по-моему, фиолетовая круче. Кипучий дракон, дать. Нормально, спасибо, спасибо. Довольно неплохо нам дали. Блин, видос может быть больше часа. Я надеюсь, вы не сильно против. Ну, а если сильно против, то можете осуждать меня. Я не против. Давайте эту бабку убьем, чтобы же это место полностью обойти. По крайней мере, с нашей стороны.
Ай, дядя, не стреляй. Так, а как я могу вернуться отсюда? Да, в принципе, вот так. Еще, блин, там был ништяк. Осуждаю, Влад, забыл ништяк. Хотел запарировать, но вышло, вообще ничего не вышло как надо. Может, реально нижнюю стойку попробовать ради прикола? Неплохо, кстати. Здесь целых три могилы. Сейчас нафармим этих чашек. Ой-ой-ой. Очень круто, жаль, что нет. Можно было его утопить, попробовать. Братан, только не утопись. В принципе, даже эта стойка ничего так. Вполне себе. Так, а я не помню, где там выход. По-моему, помню плюс-минус. Но мне бы по-хорошему еще раз сходить, чтобы вот тот ништяк забрать. Потому что я хочу все-таки все забрать. На этой локации, правильно? Давайте будем честны. Ну, типа максимально, насколько это возможно. Как-то добивание через раз работает, по факту делают два добивания вместо одного. Как бы я вообще не против этого, но согласитесь, это странно. Не должно так работать. Слишком в мою сторону все. Здесь внезапно дядька новый появился. Всем по щам надаю. Просто потому, что я кучаюсь. Так, давайте этого дядю позовем. Что-то я уже подустал фармить. Я иду. Нормально, просто удалили. Не, я в принципе так и хотел. Теперь осталось только найти дорогу. Как отсюда выйти? Вот. И вернуться назад. Да, как-то так. План приблизительно такой надежный, как швейцарские часы, ребята. Ну все, еще следующую локацию нужно прям досконально будет проходить. А я не готов. Ну я как бы готов, только у меня выбора особого нет. Так, сюда. Что здесь было? Вообще того не стоило. Так, этого дядьку еще. Кихати техник, кого только нет, ё-моё. Теперь моя очередь бить. Слушайте, как у него так быстро стамина регенится? Мне прям интересно. Кое-как успел. То есть я делаю раз, и потом еще его добить могу. А, отдайте как бы тоже два фрейма добивания. Так что, возможно, все и честно. Здесь я, к сожалению, пробегу, потому что я не готов умирать. Мне нужна срезка. Я приблизительно помню, где она. Осталось только добежать до нее. Дядя, не бей, пожалуйста. Здесь, кстати, уже босс, так что не так уж и долго. Только надо найти срезку. Срезка вот здесь. Хорошо. Братик, не бей меня, пожалуйста. Плиз, плиз, братик, не бей, пощади. Вот, как-то так. Здесь у нас эта штука, здесь у нас эта штука. Хорошо, объяснил. Кстати, подлагнуло сейчас очень сильно. Ну ладно. Вот, и теперь мы можем качать, наконец, навык. Угу. Давайте новый уровень. Немножко навыка. Даже два навыка, ого. А я какого уровня, непонятно. Так, давайте смотреть. Управление эссенциями душ. Установление гармонии. Я хочу, допустим, убрать, можно? Допустим, мне понравилось вот Энки. Я хочу более высокого уровня в Энки, вот этого. То есть сюда и вот заместо этого. Могу так сделать? А, танец обезьяны, 15 стало атаки. Хорошо, непонятно, ну ладно. И, допустим, я бы хотел еще... Я не знаю, мне кажется, это не очень эффективным, хотя... Мне вот эта штука понравилась. Но я, наверное, не смогу воткнуть ее. Потому что не хватит. Да, не хватает. Чуть-чуть не хватает. Тогда точно хватит вот этой штуки. Нет, у Мибодзу мне не понравилось. Вайра. Что такое Вайра? Давайте глядеть. Я не знаю, мне кажется, тоже неэффективно. Давайте тогда эту фигню. Вот так. Я не знаю до конца, правильно ли я сделал. Ну, как-то так. Хорошо. Возможно, давайте я за кадром прокачаюсь, потом продолжим, ребят. Так будет честно. Так, ребята, ну, я думаю, самое время продолжить. Я тут прям, не знаю, довольно много посидел, поизучал. Надеюсь, что сейчас сделал правильные выборы. Правильные выводы. Прокачал чуть-чуть. Вот. Так что-то должно получаться, надеюсь я. Может, конечно, нет, может быть, да.
Смотрите, какие скиллы прикольные выучил. То есть такой, опа, и могу кидаться, просто как колдун. Магистр колдовства, волшебства и чародейства. Все в одном лице. Это я, здорово, Влад зовут. Пока еще не знаю, стоит ли мне качать сильно нижнюю стойку или, ну, типа, нижнюю верхнюю или среднюю верхнюю. То, что верхнюю качать, это понятно. Но вот вместе с какой другой стойкой качать, пока непонятно. В этом-то мне и предстоит разобраться еще, знаете ли. Столько возможностей открывается. То есть так, допустим, и кидаюсь теперь бэм просто. Прямиком в ад. А еще вот такая штука есть. Вот такая. Можно кидать в ногу, чтобы замедлять противников. Вроде как так было написано. Так, ты нужный дядька? А почему он типа таким крутым считается? Аж 5 чашек отека. Сейчас прям. Я что, настолько богат? Мне кажется, нет. Ой, внезапный дядя. Ё-моё. Так, давай, родной. Я заодно проверю этот навык, насколько он эффективен. Слушайте, он просто убил его, всю концентрацию. Это лучшее, что я пока что учил. Надо будет заучивать действительно мувсета. А, надо ближе намного подходить. И по таймингу рассчитывать, наверное. Пока неплохо, пока неплохо. Так, дядя, сюда иди. Бездарно, еще разок. Гляньте, просто пол лица у него от этого скилла нет. Блин, клево комбить можно. Но надо привыкнуть к этому, разумеется. Бэм, прикольно. Чувак, ну хорош хиляться, ну жопошник позорный. Давайте попробуем новый скилл. Офигеть, это очень... Дамага, вот твою мать, меня сейчас чуть не убили. Может, ты хильнешься? Красивая моя. Ладно, прикольно, прикольно. А, ну и разумеется, я выучил талисман, мать его, ленности. Заодно посмотрю, насколько он эффективен. Мне кажется, не очень эффективен, но тем не менее выглядит очень круто. Ну гляньте, теперь вообще нету вопросов по поводу того, что делать и как делать. Талисман ленности, ван, мать его, лав. Так, ну что, по-моему, здесь мы все обошли. И я не вижу причин, чтобы не сходить на босса попробовать. Разумеется, в соляного я его бить не хочу. Ну, потому что как-то не хочется, не готов я к этому, ребят. Сейчас напарника зовем и попробуем идти на босса. Да, да, нет, нет, ну как-то так. Чтобы максимально честно было. Здесь вот у нас есть парочка напарников для выбора. Далеко не уходи, только мой хороший. Нет, топорики прикольная штука, пока нравится очень. Вы кто? Две чашечки, 15 уровень. А ты кто? А ты, получается, две чашечки, 25. Ну, я даже не знаю, кого выбрать, честно сказать. Дофига чашек набрал. Короче, следующая локация, наверное, будет намного проще. Посмотрим. По ситуации, по факту. Так, ну что, поехали? Я, в принципе, готов. Готов ли ты, дружище, принять этот бой вместе со мной? Круто то, что раз мы уже босса один раз видели, нам не надо катсцену смотреть. Вот это за это мое почтение. Урона все еще довольно мало, я хочу сказать. Я не успел. Не успел, ребята. А, ну и броню, разумеется, тоже посмотрел, какая получше для меня. Что сумел, то надел, так сказать. Давай, дядя. Комбинации не всегда хорошо работают. Так, вот форма Йокай. Что делать, пока фиг его знает. Надо подумать. Может быть, свою форму ЮК сделаем? Мы, в принципе, заполнили. Почему, в общем-то, и нет? Я даже форму ЮК чуть-чуть прокачал. Не сильно, но немножко. Давайте попробуем пинать по КД этого мистера босса. Ну ладно, это было опрометчиво. Так что, наверное, зазря я это сделал. Ну, тем не менее, главное ни о чем не жалеть, ребят. Думаю я. Ты смотришь, как он меня успел убить, ну серьезно, ну все было у меня под контролем максимально. Просто, опять же, я все еще не понимаю, как пережить эту обоссанную форму Йокая. Она настолько бесит меня, прям, какой я злой. Ух, прям слов нету, минус две чашки. Может, ты просто упадешь, дружище? Не хочешь ли? А что с комбинациями, сломались что ли, я понять не могу. Подожди.
Комбинации, ты чё? А, мне нужно что-то сделать, чтобы эта комбинация сработала. Офигеть. Я просто могу заспамить его, по идее. Сложно, пока не понял. Ладно, будем разбираться. Нам нужен хороший напарник снова. Но это далеко не хорошие напарники. Но чашечки отека никто не отменял. На вторых-то уровнях легко фармить, правильно? Не знаю, как это произошло, но это произошло. И, в общем-то, довольно неплохо. Надо было пожертвовать кучу всякого, но я не стал этого делать, потому что, и так, я думаю, справимся. Не, ну на второй раз мы должны одолеть босса, я думаю. Потому что, если нет, будет максимально обидно. То, что у меня такие кривые руки. Немножко броню более лучшую нашел, вроде бы. И здесь в этом месте безумно подлагивает. Понятия не имею, с чем это связано. Так, дружище, ты кто? 9-й, блин, неужели этого дядьки теперь не будет? Если не будет, я очень сильно расстроюсь. Ну-ка, кто из вас мой красивый? Нет? Его нет, обидно. Сколько? 2 чашки, фиг с тобой, поехали. Эх, руки-крюки, так засрать ситуацию стопроцентная, которая в мою пользу была. Ну, ё-моё, так только я могу. Он же придет ко мне на помощь? А, да, как просрать заклинание. Это я, здорово. А, то есть мы 2 раза... Нет слов. Все честно, все честно. Я пытался запарировать эту атаку. Но, видно, я его сейчас не одолею. Если честно. Мистер Босс, ты, может, спустишься, а? Ну да, ну да. Не, ну, в принципе, все честно, ребят. Я не знаю, что может пойти не так. Босс-то честный максимально, правильно же? Правильно, правильно, конечно, правильно, ребят. Я разве обманывал кого-нибудь когда-нибудь? Давай. Главное, чтобы не дать ему эту форму Йокая. Перейти, и тогда все норм. Стамину всю зафидел, потому что руки кривые. Он уже сам пришел в нее. Дядя, уходи из этой формы, я тебя умоляю. Надо было восполнять, я тупанул. Не, ну пока жив наш напарник, мы еще что-то можем из себя представлять, я думаю. Ну вот у него начинаются разделения на 8 человек. И это, знаете ли, очень не круто. А, так эту штуку можно сломать. Ну не умирай, пожалуйста, роднулька. Я буду защищать тебя. Какой ты бесполезный напарник, господи. Нафиг я тебя взял? Настоящий, что ли? Это настоящий. А можно мне когда-нибудь из этой формы уйти, пожалуйста? Мне кажется, мы уже достаточно пострадали. Игра, твою за ногу. Заканчивай, игра. Ну вот, теперь-то мы подеремся с тобой, жопушник. А может и не подеремся? Может я не успеваю... Блин, эта позорная торнадо мне весь обзор закрывает. Как же оно бесит. Ну это просто блокируем. То есть он просто меня зажал в дерево, вы понимаете, на секундочку? Как он меня бесит. Если что, я ставил блок. Ладно, ладно. Не, ну это бан. Извините меня, это, мать его, бан. Потому что за говнище, босс, твою мать. Ты меня, конечно, извини, но ты сейчас офигительно неправ, мой ты хороший. Я бы прямо его развалил, если честно. Ну как, ну я за деревом был. Игра. Как же я осуждаю игру. В большинстве моментов. Можно я что-нибудь буду делать? Игра, твою за ногу. Запарировал максимально профессионально. Ну я не могу, он меня зажимает, вы понимаете? В стенке зажимает и все, я ничего не могу против этого сделать. Куда он кидает? Он что, из этих, кто проблемный? Ой, как, ребята, было очень потно. О, осуждаю ли я этого босса? Вы не представляете, насколько. Но кто я такой? Я не помню, была ли у меня эссенция. Давайте посмотрим, что дали. Ох, ребята, как-то так. Что-то прям столько нервов. Топорики снова не даются, ну ё-моё.
Уровень 5, привычность, сила атаки 191. Дали какие-то новые топоры, давайте попробуем их найти. Варвара, нет. Топор развороненной стали, нет. Топорики разбойничьи, нет. Вот это что ли дали? Я без понятия, что дали. Все еще. Почему они так странно разложены? Ясно, ничего хорошего не дали. Дали вот это, точно помню. Вот это дали. И все, как бы, да. Подождите, где мои топоры? Возможно, вот эти варвары дали, да? 109, намного хуже моих. Ну ладно. Я все еще не могу понять, где мои топоры. 111, хорошо, 111. 191. Что у них по статам? Заряд захват, урон чистоты. Топорики варвара, они лучше, но нет. И есть еще фиолетовые вот эти, 108. 105. Получается накопление врага, отравление. Заряд порчи на них есть. Я не уверен, что это хорошо. Заряд чистоты. Дайте проверю, это света или нет урон. Да, урон света. Это что? Оружие Йокай. Либо есть еще более хорошие топоры, варвар, вот. Заряд порчи, урон захвата в нижней стойке. Почему все в нижней стойке идет? Есть инфа? Ну, давайте попробуем, потому что они вроде как выглядят мощнее моих. Заодно мы их проверим. Как-то так. В любом случае, мы, наверное, закончим. Я не знаю, когда эта серия выйдет и выйдет ли вообще, ребят. Но как-то так. Я не знаю, будем на стриме мы следующую локацию проходить или нет. Я насколько смог подкачался, это, конечно, очень мало по факту то, что я сделал. Но, тем не менее, это в любом случае лучше, чем нифига. Давайте будем честны и максимально откровенны. Потому что как-то так. О, жесть, жесть. Игра бесконечная, ребят. Снова дали миллиард награды. Использовать. Да, это была у меня, только теперь еще более высокого уровня. Офигеть. Ну что ж, как-то так. Я пока ничего не буду менять, наверное. Или я могу поменять? Чего? Я могу заменить? Я могу заменить. Прикольно. Ладно, пока не буду. Мне нравится то, что у меня есть. Хорошо. Да, короче, если что, предыдущая, следующая серия там в описании. Все дела, смотрите описание. Да-да-да. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.